Получила из Штатов Нью-Йорк вроде. Хурму виргинскую, семена. Вот в таком конверте и в такой вот упаковке. Всего 10 семян. И я их положу на стратификацию в холодильник. В пакетик с вермикулитом увлажненным. Ну вот где-то так. Я решила 3 семечка посеять без стратификации. И поскольку они подсушенные, замочила в соке алоэ. Сегодня 1 февраля 2023 года. Я буду сеять хурму виргинскую. Я вот ее вымачивала и в полотенце бумажном. Я думала, прорастет, но нет. Хурма виргинская не так бодренько прорастает. Из прошлого заказа из 10 семян у меня только один сеянец, вот который в открытом грунте растет и зимует. Посмотрим, как он перенес зиму весной уже. И покажу еще сеянцы. Вот это у меня хурма кавказская 27 июня 2022 года. Вот такая. А это у меня хурма шоколадница от 25 ноября 2022 года. Вот такая бодренькая. Посеяла вот в такие бумажные стаканчики. Закрою пленкой и поставлю на батарею. У меня очередная радость. Проклюнулась хурма из свежих плодов из супермаркета. Хурма шоколадница. Оболочка эта. И с ней ничего не надо делать, только опрыскивать. Она сама сбросит. Иначе у меня уже был нехороший опыт, когда оболочка вместе с листиками ушла. Правда, потом выросла опять. Вот у этой хурмы. Вот выросла опять. А эта сама сбросила. Ну, мне бы, конечно, хотелось дождаться виргинки. Но виргинка пока не прорастает. А эта была посеяна 19 января, сегодня 14 февраля. Почти месяц, 3 недели. Вот здесь рядышком вторая, пока никаких признаков жизни. Виргинка от 1 февраля, пока тихо. 2 недели. Это сицилийская хурма. Была очень вкусная. Такой вкусной хурмы я еще не ела. Прошли сутки в янтарной кислоте. И я их посажу. Вот вермикулит. Что-то у меня здесь растет. Места там достаточно, для прорастания хватит. Пробую сеять семена бугенвиллии на туалетную бумагу. Они очень мелкие. Не знаю, что получится. Семена бугенвиллии проросли через 5 дней. Я попробую вот так посадить. Буду сеять гранадиллу или пассифлора лигуларис, как она называется по-научному, или страстоцвет язычковый. Самый сладкий плод из пассифлор. Замочу на сутки в янтарной кислоте. Пассифлору сею вермикулит, внизу тор, сверху вермикулит. И ей нужны высокие температуры, поэтому она отправляется на батарею. Начало февраля, апельсин Тарокко. Вот эти вот ветки верхние, это все наросло за зиму. Вот сантиметров 30, наверное. Ну и здесь немножко. Ну и тут немножко.
Вот такой. Буду пересаживать вот такую сенсеверию. Так. Вот ее этикетка. Вот эти вот колпачки. Это такой, не знаю, маркетинговый ход, что ли. И посаженные вместе тоже, как оказалось, каждая такая стрелочка должна иметь розетку. А если они посажены вот так вместе, ну, в общем, расти они не будут. Их надо как бы разделить. А в колпачках, колпачки снять не представляется возможным. Либо обрезать, дождаться, когда розетка вырастет, и новая поросль. Ну, не знаю, пока пересаживаю просто. Вот такой у меня грунт для кактусов и суккулентов на основе биогумуса. Я еще чего-нибудь добавлю туда. Добавила цеолита немного и керамзита. Вот как все это было посажено в кокос. Вот он. Я вытряхнула. Корни есть. Можно сажать. Ну вот, сравним горшочки. Был вот такой маленький, теперь вот такой. Я их развела по разные стороны для образования розеток. И посмотрим, как будут развиваться дальше. Будут жить они на северном окне, рядом с орхидеями.